Доброе утро, мои дорогие. Ну, уже не сильное утро. Планов было с утра громадье. Надо съездить, снять денег, съездить в РЭС, заплатить за свет. В общем, и вдруг с утра 8 видео от Ларисы Табашниковой с разбором вот этого украшений винтажных. Ну и все, я залипла. Время 12 час, а мне еще надо посмотреть два видео. Господи, Лариса, что вы со мной делаете? Ой, ну я так это все люблю разглядывать. И, в общем, начала-то я ее смотреть. Ну, какие украшения делали раньше? Ну и не просто, не только раньше, а там, за океаном. Вот, но так как я люблю старые украшения, и все, я залипла, и смотрю теперь, и смотрю, и оторваться не могу. Уже Толик мне звонил, говорит, ты чего-то не звонишь, у тебя все там нормально. Я говорю, да нормально у меня все. Я говорю, сейчас я просто не готова, мне надо в город. Сейчас я чуть-чуть попозже. Так что сейчас уже досмотрю все это дело. Ой. Ох, Лариса, Лариса. Ой, девчонки, меня так растрогали. Саша мне прислала фотографии, они меня так растрогали. Я сама взревела, сидела. Ну, они уже здание себя нормально чувствуют, все. Но Саша мне прислала фотографии, она говорит, я все время плакала. Я говорю, что так плохо тебе было? Она говорит, мам, ну когда ты ешь картошку из Макдональдса, а как будто ешь бумагу. И все, что ты вот не ешь, ну они же не готовили, болели оба, заказывали себе еду. Ну, всякую из Макдональдса, все, и вот. И у нее такой вид. Саш, ты на меня не обижайся, но я не могу не выложить такие фотографии. Господи, бедные люди, которые вот так болеют. Ой. Ой. Жалко, на второй фотографии не видно прям лицо, у нее и так там пол лица, но там такой у нее вид, господи. Ну ладно, слава богу, уже все нормально. Уже прямо готовят сами есть, и дома убираются, ну в общем, ладно. Дай бог здоровья, господи, не болейте никто, пожалуйста. Ну и все, с Толиковой легкой руки. За 40 минут мы все сделали. За свет заплатили. А, вон ты как. Да. А я думаю, как ты так, неужели мы будем 40 минут стоять? Нет, все за Я все 40 так минут. подумал, думаю, что это тут непонятно мне. Ой, грязюка, конечно. Обувь грязная, мы все грязные, штаны пачкаются, машины грязные. Вот там какой-то сделали парк. Ой. Погода так себе. Ну, зато все дела сделали. И у нас сегодня дождик льет. И мало того, гроза еще. Я проснулась от грохота и не пойму, что это. А это, оказывается, гроза. Вот так вот, конец-то января.
И дождик-то какой. О, это град. Вот смотрите, видно вам. Град идет. Обалдеть. О, как. Вот так вот, мои хорошие. Все, Маська прибежал. Градом попало. Я смотрю, он несется, как сумасшедший. Вот, видали? Бабушка рюкзак постирала, да? Сохнет, лежит. А он тут на нем восседает. Ну вот, кончилась гроза. Солнышко вышло. Только ветер, блин. Ну что? Сидишь, глядишь, чего бы натворить? Куда бы залезть? Вот этот ангел сегодня испортил 3 шарфа. Я их разложила, отрезала кромку, потом вспомнила, что мне нужно принести машинку швейную. Ну и пошла. То, что он дома, мне и ни к чему. Принесла машинку. Ну, прошло сколько? 3-4 минуты. Захожу, шарфы все на полу. И он ими наигрывает когтями своими. В общем, 3 шарфа в помойку. Угу. Лежит, глазки прикрывает. Ужас, ничего оставить нельзя ни на минуту. Маська, это кошмар какой-то. Куда вот их теперь? Если только коробочки какие обклеить. Как хорошо, когда есть дети и внуки. Костя мне прислал видео моего самого маленького внука. Я даже сначала не поняла, что он делает. Ребенку будет 2 февраля. 3 года всего. Он сам делает молочный коктейль. Вот посмотрите. Коктейль! Что ты делаешь? Я взбиваю коктейль! Ты взбиваешь коктейль? Ты держи банку, а то убежит. Кто взбивает коктейль? Ну... Вот они прям к жизни возвращают. Ой. Господи. 3 лет нету. Ну, я вот прям поражаюсь на него. Такой мужичок растет. Ну, а это мои болгарские внуки. Ой. Как хорошо, когда они есть. Пусть и далеко. Кто ты? Маська, мокро, сыро, да? Не очень нравится. Ну, вот такое видео у меня сегодня получилось. Состоящее из 2 дней. Снимать особенно нечего. Поэтому вот так вот уж вышло. Как раз мне тут наприсылали. Вот. Я вам показала
Спасибо, мои дорогие, что посмотрели. Здоровья всем. Здоровья. Остальное приложится. Я вас обнимаю, мои хорошие. Пока-пока.